Всем привет, с вами Гуля, и мы продолжаем играть в Drive Pirates Forsaken Souls. Мы тут раскрыли глобус и какой-то подвал, не знаю, в прошлой серии. Сейчас пойдем смотреть. А мне не нравится, какого фига темно. О. Ё-моё. А мы вот сюда можем выйти? Я просто с... Это подвал с этими, как его, хранилище, вот. А здесь что? Это мы в дальнюю прошли. А это что? Что-то здесь есть. Что-то она там написала по этому поводу. Что это похоже на карту этого подземелья? Я думаю, что отмечено крестиком. Что до линии над картой без идей? Код, штрих-код. Да, хорошая. Я думаю, это жидкость для проявки фотографий. Это что такое? Нет питания, панель не работает. Ладно. Так, что это? Джек изменился. Сначала я думал, что это из-за ссоры с Элизабет, но потом понял, что дело в ночных сменах. Вчера я слышал, как Джек говорил с кем-то. Я думал, что Кристиан... Это Кристиан, но я видел Кристиана на камере 4, а вокруг больше никого не было. Сегодня мы с Джеком поругались. Он сорвался, кричал на меня, говорил больше никогда не спрашивать об этом. Сказал, что на кону стоит наша дружба. Какого? Я тоже слышу ее. Я понимаю, почему Джек не хочет говорить об этом. Это Алекс. А Джек переменился не за одну ночь. Что-то происходило с ним на протяжении какого-то времени. Достаточно долго, чтобы Алекс заметил. Теперь я знаю, что и Алекс, и Джек слышали ее. Интересно, слышал ли ее кто-то еще? У нас дискеты есть. Надо включить. Компьютер вроде подключен, но почему-то не включается. Современная живопись, химия, том, библиотечная карта. Неужели Чувашу нужны были все эти книги для работы психолога? Ну или же у него было слишком много свободного времени? Так, ботаника у нас есть. У нас осталась современная живопись, химия. Угу. Если что, мы, думаю, найдем способ это взять. Так. Что-то тут такое. Сюда нам не пройти. Надо код. А мы где? Мы здесь. Надо, значит, все обойти. Мы здесь. Давайте сюда. Непонятно. Ладно. Баночка какая-то. Какая-то. Вроде больше ничего не юзается, ладно. Теперь сюда пойдемте. Это что? Дорогой Кристофер, до меня дошли сведения, что ты рассылаешь запросы по соседним больницам, пытаясь найти записи о Троице за моей спиной. Я говорил, ты не найдешь никакой информации о них, потому что сама судьба привела их к нам. Это была великая честь пустить тебя в наш круг. Тебе плевать. Отлично. Тогда мне плевать на твои теории. Просто продолжай работать с Далей, и ты получишь все, о чем договаривались. Помни, мы теперь в одной лодке. Чем бы Лаудис и Кристофер не были заняты, это был большой секрет. И Лаудис напуган, что значит работать с Далей. И я видела фото, где Кристофер держал ее, пока пациент, один из троицы, был прикован к какой-то машине. Ее заставляли смотреть. Так, это мы читали. Вроде больше ничего не юзается. Но что-то говорят у нас тут не так. Что у нас может колба? Вот здесь вот не тыкается вроде пока что. Как же тебя... Панель, говорит, не работает. И здесь тоже не работает. Что не так? Так, что тут пишет проявитель? Нет, нельзя нам что-то в фотке. У меня такое чувство, что нам надо фотку будет делать.
Я не понимаю, как. А вот это нельзя отверткой что-нибудь пошрудить. У нас остался справочник, дискета. Она сюда не вставляется. Набор починки велосипеда, эмблема медицины и колба. И что у нас по этим получается? Здесь я без понятия, вот здесь вот что-то говорят, но я тут тоже не вижу, чтобы мог. Ну тут реально больше нечем, некуда идти. Так, 7. Ага, значит, надо книжки искать. Чтобы как следует смотреться, мне нужен свет. Так, нам свет там надо включать. Что это было? Какого фига свет выключается? И где-то вот здесь, да? Вот. Дальше надо идти. Вот здесь, да, где-то? Вот. Ага, пошлите обратно. Где там? Вот тут вот, слева. Вот тут. Теперь опять обратно. Да что ты будешь делать? Что-то мне это все не нравится. Они нас готовят к чему-то. Сейчас они... Я же говорила. Что собираются напугать. Так, это прям в дальний, да? Все? Это мы код собрали, да, получается? Вот сюда. Введите пароль. Какой у нас там пароль получается? 7942. 7942. Пойдемте. Да, это прям проявочная, проявочная. Что тут надо? Спиртовая горелка. Соляная кислота. При необходимости нагреть идете сюда. Иначе, да, так, надо залатать. Я наугад тыкнул. Ну ладно. Больше ничего? Понадобится воронка. А здесь что? Водичка. Не наберем водички заранее. Здесь что? Вот наполненная колба. Ладно. Разберемся. Пойдем. И что? Он сказал, что мне не спрятать вас. И что бы вы ни делали, она вас найдет. А если не сможет, она заставит вас найти ее. Он сказал, вы обречены. На утро все говорили мне, что никто не мог добраться в мою комнату, и что это был лишь сон. Но я знаю, что я видела, я больше так не могу. Почему все ведут себя, будто я сумасшедшая? Я помню все слова, что он сказал. А через пару лет, когда Далия подросла, они стали обретать смысл. Я не обречена. Я выбираю собственный путь. Но это у нас уже... Так, это пусто. А лаборатор ничего понятного. Если микроскоп. Пока у нас вроде под микроскоп нечего класть, да? А вот что-то, вот что это?
кнопка лифта. Да, где-то у нас был лифт сломанный, я видела. Здесь мы пощупали, а это что? А что, если внутри есть какие-то непроявленные снимки? Если открыть коробку, сейчас фотографии испортятся. Так, кто бы не положил негативы в ящик для проявки, это так не работает. Вам надо добавить проявитель и фиксатор. До тех пор никто не сможет открыть ящик. В лаборатории есть проявитель. Вы можете использовать уксус как фиксатор. Если в понедельник ваши негативы еще будут в ящике, я их выброшу. Судя по всему, негативы все еще внутри. Если я хочу их заполучить, мне нужно найти проявитель и, по всей видимости, уксус. Мы что нашли? Сюда нельзя? Ладно. Вроде бы все. Это сюда. Что-то мы тут сейчас будем химичить, я так понимаю. Но вот здесь вроде больше ничего не берется. Да. Не понимаю пока. Ладно, пойдемте так. Где мы? Мы еще что-то тут не доделали, говорят. А что у нас вообще есть? Кнопка лифта. Я попытаюсь... А, во, еще что-то юзнуть можно. А это что? Что мы сделали? Мы вышли. Теперь, может, работает? Нет, не работает. Проявитель. Я думаю, это жидкость для проявки. Так, почему мы ее не берем? Как они открываются? Дверцы закрыты, я не вижу, как они открываются. Вот так. Так. Так, так, сначала нужно снять решетку. Где наша открывашка? Ну, в смысле, отвертка. Это воронка. Ничего полезного вроде нету, да, больше? Битое стекло. Что у нас получается? Надо сюда воронкой тут что-то делать. Так. Это у нас соляная кислота, наполненная проявитель. Ага, проявитель. Нет. Теперь что нам надо сделать? Я не понимаю. Спиртовая горелка. Так, а это что? Чтобы залить в распылитель, понадобится... Ладно. А что мы сюда должны налить? Нет. Сюда лучше не выливать пестициды. А что мы туда должны вылить? Что-то нагреть. У нас есть вот так. И там что-то есть, да? А вот эту вторую можно? Нет, вторая не открывается сама. Она разбита. Как я на кнопку не додумалась нажать? Так, в те времена это было редко и довольно... Я не поняла. А, она сама печатает. Хорошо. Дискета. Защищенных дисков не... Пожалуйста, ставьте диск. В смысле? А куда наш диск делся? Так, я не поняла, у нас же был. Что же, что такое? Сюда осталось. У нас есть ботанический справочник, зажигалка, соляная кислота. Снова она. Это вот эта вот девушка, статуя. До этого момента я думала, что это действительно Даля. Может, она была сумасшедшей, может, она пережила пожар и сбежала в лес. Напуганная, она пряталась, а потом стала искать меня, а потом все это случилось, просто совпадение. Может, я просто принимала желаемое за действительное. Ведь если она не Даля, то кто она? А теперь я понимаю, что она не может быть Далей. То, что я видела, это не моя сестра. Это вообще не человек. Но что я видела? Могу ли я верить,
тому, что вижу, я сошла с ума. Или я просто прозрела. А если не свихнулась? Но настолько, что мне еще остается. Я должна узнать правду. Я должна найти ее. Так. Я, конечно, за тебя рада. Нужно только, когда вода пройдет процесс очистки. Почему она сюда это залить воду? Ну вот же вода. Не понимаю. Так, подождите. Здесь что? Здесь что-то гореть должно. Блин. И... Давай горелка. Тоже. При необходимости. Ну вот, по идее, можно воду нагреть. Вода сюда не заливается. Похоже, это не работает. Так. Здесь, может, что-то не доглядело. Пусто. Рентгеновский снимок. А это что? Ну, увы, я не знаю хим ее. Результаты эксперимента. Так, мы, получается, рентгеновский снимок вот сюда должны пойти сделать. Да, вот здесь вот. Так, я... да, это мы знаем. А вот здесь что? Нет, здесь, говорят, выйти надо. Вообще заблудилась. Так. Похоже, что перекладина прикреплена к колонии. Этой металлической деталью, но и отлично. Вообще странное, конечно, сейчас дело идет у нас. Ну, пошли дальше. Ну, полезло, правильно. Что-то сейчас вылезет на нас опять. Нет, не вылезло. Посмотрите, а я так хотела. Что это? Вино. Так, это подделка, просто рисунок. Ничто не было совпадением. Я должна знать наверняка, я приготовила этот рецепт. Там в конце листа. Неужели так? Библиотека, скрытая под библиотекой, воздушный мост. Там ничего нет, только темнота. Подождите. Теперь мы идем вот сюда. Да, вот у нас кнопка этого есть. Вот сюда. Это что? Пестицид. Диск. Да, я помню, что где-то видела. Так, подожди. Больше тут ничего нету? Вроде нет. А здесь что мы еще должны? Создать диск сюда, что ли? Нет, здесь нету диска. Здесь диска нету. У нас есть вино, колба. И вроде бы ничего. Здесь вроде тоже ничего нету. Вроде ничего такого. Так. Нет, что-то говорят есть. Ладно. Что мы тут можем посмотреть? О, Оливия. Маска. Смит, я видела, как Джессика заходила в блок А прямо перед пожаром. Перед этим она выбросила что-то с обрыва рядом с оранжереей. А потом ты сказал, что одно из лиц пропало. Тогда я не провела параллель, но я понимаю, что эта праведная идиотка могла причинить большой вред. Пошли кого-нибудь проверить площадку по ту сторону обрыва. О, и мы должны поговорить с Рэйчел сегодня на вечеринке. Они с Джессикой были очень близки. Ты должен был уволить ее, как я и говорила. Экс.
Для вас кто-то стоит. Это должно быть так. Вы живете. Мы теперь, что получается, должны как-то найти эту маску. Ну, как бы, по идее. По идее, мы должны найти маску. Где-то она говорит, вот тут должна быть. Ага, соберите маску. Логично, вот сюда личико. Боже, какая страшная масочка. Все, маску мы собрали. Теперь ее, наверное, надо поставить вот сюда. Ну, давайте. Выставьте руки статуи согласно рисунку. У каждого лица статуи своя поза. Ага. Подсказки. Где статуя? У нас находится вот это. Ручки вверх. Так. Прям вверх вот так. Вот так. И вот. Нет. Вот так. Что не так? Да не, вот все правильно. Я еще и выйти умудрилась, елки. Вот так. И вот так. Блин, вот. Так, и чё? А как ее крутить? Ну все. А, они даже вот так ставятся. Понятно. Тогда надо сейчас чуть-чуть подправить, наверное. Да, одна готова. Теперь с клыками. С клыками. Вот эту вот так. Вот так. И вот так. Правильно? Да, а вот эту чуть вниз. Так. И вот так. Чуть-чуть не так, видать, что-то поставила. Чуть-чуть над наклоном. Теперь простая. Простая это вот это. Я все время не так. Вот так. Вот так и вот так. А здесь у нас вот так. А у меня этой нету. Как я ее должна ставить? Так, а как четвертая должна стоять? У меня же вроде такой нету. Нету этой подсказки. Ладно. Теперь мы сюда зачем-то должны сходить еще. А, найдите каждому растению его ячейку, ориентируясь по ботаническому. Такс. Хлоя Гарнеа. Вот такая хренотенюшка. А это у нас Градион Гардинос. Вот это Градион. Градион у нас такая вот здесь. Вот здесь, а это с лепесточками, Хлоя. Хлоя с лепесточками подходит вот с этим. Ну, как бы, да, наверное. Хотя нет, это вот. Так, вот такая, типа, много маленьких. А это вот такая, это вот это вот, кстати, сильно-сильно похоже. Это у нас вот с этой. Колокольчики, 5 лепесточков. Вот это вот. Это Д. Вот с этой. Вот. Вот такая вот это. Это Б. Вот сюда.
Так, подождите. Угу. Еще вот это вот. Это, скорее всего, х. Ходот какая-то там. И у нас получается еще вот это вот не определено. Это люню. Так они все так и лежат. Я что-то не то сделала. Это вот 5 лепесточков, да? Тогда получается люниум вот это вот. Да, их там 5 штук. Хотя и вот это подходит. Так. Вот это точно отсюда. Вот здесь вот 5 и без ничего. Это подо. Нет, тут их много, по-моему. Так. Сейчас будем на по мере исключения. Адему. Это точно здесь. Это у нас Д. Тоже здесь. Вот это у нас такая длинная гладиолус. Это явно не гладиолус. Не похоже. А что это такое тогда? А вот это тогда где? Это вот это. Да. Это что? Семена цветка холли. Ладно. Пойдемте на улицу. Сейчас будем дальше разбираться. И куда нам их посадить надо? Наверное, сюда. Теперь нужно только время. Ага. Теперь нам надо вот это. Я не прикоснусь ягодам, пока не избавлюсь от этих паразитов. Пестицид. А, надо вот этот вот фигня, которая в подвал. Спускаешься вот сюда, да? Вот сюда. Там же есть пшикалка. Вот тут вот. Ее, наверное, можно взять. Вот эту вот пшикалку. Вот сюда мы сейчас пестицид нальем. И пойдемте в этот кабинет. Зачем только нам цветы нужны, я не поняла. Похоже на латынь. Может, я смогу перевести, если найду словарь. Латино-английский словарь. Том 8. 1975 года. Ягоды. Зачем нам ягоды? Переключайте цифры, чтобы найти нужную книгу. Я не понимаю, как она работает. Нам нужен том 8 75-го. Латино-английский словарь. Да. Перевод примерно такой. Ты слеп, но есть лекарство. Вырви сердце демона из его каменной груди. Вырасти и убей один век агив. Ну, там название лекарства, растения. Найди, что она спрятала. Свари все в чистой воде. Звучит как рецепт ведьмовского зелья. Я знаю, что звучит безумно, но я верю, что это рецепт для меня. Мне нужно найти сердце демона. Один вех аки какой-то ягоды, что-то, что она спрятала. Она, слово, нет словаре, но название похоже на какое-то растение. Может, я смогу найти что-то в оранжерее. Нам осталось сердце демона и спрятанный компонент найти. Нам надо сюда, говорят. Мы же диск нашли. Давайте диск посмотрим. Диск. Снять защиту, да? Выберите две части кода, чтобы они взломали файл. А как я должна догадаться?
У меня вопрос, как я должна догадаться? Ладно. Символы расположены верно. Ага. Попыток 7. Снятие защиты. Я честно наугад абсолютно пьюзала диск. Так, выход. Что-то написал ты по этому поводу у меня? То есть камеры видят ее. Почему никто ничего не предпринял? Эта мысль очень пугает, но меня мне следует проверить. Сходить, кажется, на втором этаже блока Б, рядом с кабинетом смотрителя. Ладно, это мы сейчас разберемся. Ты что-то здесь хотела сделать? Во, наконец-то льется водичка. Включай. Все готово. Зачем нам новозда нужна, я не помню. Чистая водичка. Еще нам можно сюда, знаете, что? Вот. Вино. А, ты да, не то, да? Ну ладно. У нас здесь получается... Нет, вот здесь мы не до конца. У нас ягоды есть, цветка холли. И что-то с ними надо сделать. Так. А зачем мы ее нагреваем? Какой там следующий ингредиент? Ага. Что-то еще надо, что ли? Ладненько. Да, мы тут все сделали. Здесь у нас вроде уже ничего нету. Ну-ка, тыкни мне. Да, я не знаю, почему она нас сюда показывает, что здесь что-то есть, хотя там ничего нету. И вообще, по идее, нам надо вот сюда. Да, вот в этот. Здесь отложение не может быть, чтобы... Так. Как ты ее собралась включать? Это не открывалось до этого. Похоже на латынь. Может, я смогу перевести? Спрятанный компонент? Это был спрятанный компонент? Ингредиент 2? Чё такое происходит, а? Ничего не понимаю. Вообще не понимаю. Здесь вообще, говорят, ничего нет у нас. На улице тоже. В оранжерее тоже мы пока не можем ничего сделать. Мы находимся здесь. Камеры как бы не работают. Ну как, вот это вот она как бы есть, но она как бы отсутствует. У нас есть ягоды. Здесь ключи. Да, это понятно, что нам сейчас надо... Говоря, единственное место, куда мы можем попасть, это вот сюда. Я не знаю, может, надо опять сюда сделать. Попробуем. Здесь мы вроде все посмотрели. Знаете, что мне кажется? Может, вино куда-нибудь поставить, чтобы оно стало уксусом? Хотя мы его нашли. Просто долго, если хранить вино, оно становится уксусом. Это я знаю. Ну-ка. Да, вот она говорит, сюда сейчас идти надо. Я что-то правильно делаю. Блин, ну-ка покажи мне. Так мы здесь все делали уже. И... Похоже, не работает. Стоит попробовать что-то... А, может, надо поменять это время. Сейчас попробуем. Идите сюда. Ага, значит, надо в том времени искать. Ладно. Сейчас мы тогда все-таки попробуем.
Идем сюда. Сюда. Что ж тебе сделать такое? Бутылку? А, понятно. Да, теперь время можно поменять, и будет нормально, блин. Давай, меняй время. Так, а вот теперь должен быть уксус. Да, уксус получили. Теперь мы можем идти вот сюда. А уксус мы заливаем вот сюда. И возьмем фотографии для проявки. Рентгеновский снимок получили. Мы с ним идем вот в эту комнату. И вот сюда ставим. Все, теперь можно в оранжерею. Вот сюда. И прям сюда. Да, теперь можно в оранжерею. И у нас вот... Ой, как ты пляшешься. Так. Как ты там дочку делаешь? Прямо, да? Все, она сделала. Так, а вот это вот сюда. Так, сейчас посмотрим повнимательнее. Так. Что не так опять? Чуть-чуть наклон, чуть-чуть сюда. Так, вроде все туда. Блин. Она не двигается больше. Так. И что мы нашли? Ой, как свет, смотрите, моргает. Это у нас ингредиент один. Такс, куда мы? В эту? Такс, такс, где ты там? Вот сюда пошлите. Сюда? Угу. И? Какой там ягодки? Она это выпила, что ли, или что? Поздравляю. You made it. Ты справилась? Oh, don't be afraid. О, не волнуйся, я не причиню тебе вреда. I haven't hurt anyone. Я никогда никому не вредила, я только показывала им вещи. I just show them things. I'm gonna show them to тебе you я now. Теперь я покажу их тебе. Продолжение следует. О, это финал был. Поэтому у нас и в сумке ничего не осталось. Я не поняла, то ли мы вспоминаем, как сами там оказались, то ли что.
Странное какое-то. То ли у него крыша едет. Ну так вполне интересная часть оказалась. И здесь есть бонус, но это в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Пишите ваше мнение. И всем пока-пока.